Найдено тело утонувшего в Верхотино мальчика. 21 апреля, в субботу, спустя 5 месяцев после трагедии, подростка обнаружил местный житель Егерь. Около 10 часов утра он нашел мальчика в основном русле реки Исеть, расположенном в 850 метрах восточнее от дома номер 2 по улице Мира в селе Верхотино Шадринского района. С его слов, тело находилось на поверхности воды, зацепленное за куст. Причины гибели устанавливаются. Тело направлено в морг города Шадринска. Следственный комитет России по Курганской области организовал доследственную проверку. 21 апреля этого года в основном в русле реки Исеть в селе Верхозино Шадринского района егерем обнаружено тело мальчика 2004 года рождения, утонувшего в ноябре прошлого года, спасая провалившуюся под лед собаку. На место выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия тела мальчика признаков, указывающих на насильственный характер его смерти, не установлено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, трагедия произошла 24 ноября 2017 года. По информации спасателей и со слов очевидцев, вблизи села Верхотино на реке Исеть 13-летний подросток Александр Минин пришел с друзьями на берег погулять с собакой. Он бросил палку на лед, собака побежала за ней и провалилась. Хозяин лег на живот и пополз помогать ей, в результате чего провалился сам. Один из друзей попытался помочь ему и тоже оказался в воде, но смог спастись. Остальные ребята побежали за взрослыми, а мальчик и его собака выбраться не смогли. Поиски пропавшего ребенка начались 25 ноября и были приостановлены 17 декабря 2017 года.